Всем доброе утро! Завтрак первого дня – это у меня овсянка с добавлением грецкого ореха, изюма, яблочко. Тут у меня также ложка сметаны и ложечка меда. К чаю в прикуску сырок. На перекус попозже я буду кушать гематоген. Для меня это сладость с детства. Я его делю на 4 раза и в течение дня по кусочку съедаю. Обед. Первое блюдо я всегда варю на 2-3 дня. Сегодня это у нас суп с фрикадельками. Также захотелось винегрета. Оставались пару огурчиков, надо было где-то их использовать. Всем, кто кушает, приятного аппетита! На перекус сезонные фрукты, разные бананы бывают, и киви, и гранат, и яблоки, апельсины, мандарины. В сезон ягод это ягоды. Сегодня это апельсинки и яблочки. Ужин. Я обожаю. Напишите в комментариях, любите ли вы такое кушать или нет. Это селедка с луком, картошечка в мундирке и салатик из капусты и морковки. О, все, уже не могу, слюнки текут, будем и ужинать. За полчаса до сна я стараюсь пить кефир или йогурт. Завтрак второго дня. Оставалось пару картошек со вчерашнего ужина, не выкидывать же их. Я их почистила, пожарила на сковородке, разбила тут еще 2 яйца, посолила, поперчила. Также у меня лечо, зимний салат с банки. И сыр с печеньками, и чаек. На перекус у меня сегодня желе фруктовое, это апельсиновое. Я люблю желе. Обед второго дня. Не стала снимать, потому что, повторяюсь, первое блюдо я варю на несколько дней. Это у нас опять супчик с фрикадельками. И доедаем винегрет. На перекус йогурт. На ужин второго дня это у нас пицца. Мы уже сели кушать, я забыла заснять. Стараюсь ее готовить на выходные и себя побаловать. Завтрак третьего дня это у нас манник. Я его готовила в мультиварке. Рецепт есть на моем канале. Если вам интересно, перейдите по ссылочке вверху. Сверху помазала шоколадной глазурью. Я буду латте. Муж кофе не любит, будет чай. На перекус фрукты, яблоки и апельсинки. На обед третьего дня это у нас пшеная каша с консервированной рыбой. Это нам передавали родственники. Не знаю, как они ее готовили, но очень вкусно. Рыба в томатном соусе. Объедение. И салатик из баклажан и лука с майонезом. И компотик с клубникой. Так как на обед была каша, захотелось что-то жиденькое, буду пить чаек с полезными сладостями. Это сухофрукт. На ужин я тушила куриную грудинку в сливочном соусе и варила макароны. Я, если честно, не очень люблю макароны. Тут больше курочки, чем макароны. Вот тут вот под низом макароны. Посыпала зеленью, чтобы было аппетитнее кушать. И компотик. Вот такое вот меню получилось у меня на 3 дня. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. И пишите в комментариях, стоит ли мне снимать такого рода видео. Всем до новых видео. Пока-пока.